В рамках рабочего объезда сегодня заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова осмотрела, как содержится территория улицы Весенняя. Летом у Серпийского пруда особенно многолюдно. Кто-то загорает, кто-то купается. Место отдыха у воды несколько лет назад благоустроили. Установили лежаки и лавочки. Все ухожено, мусор, оставленный отдыхающими, убирают вовремя, не допуская его скопления. Татьяна Орлова отметила, что в нескольких местах нужно подсыпать песок и очистить край пруда от разросшегося кустарника. Проверила заместитель главы, в каком состоянии находятся входные группы и детские площадки у домов 468 на улице Весенней. Везде высажены цветы, все аккуратно, серьезных претензий нет ни к управляющей компании, ни к жителям. Ну так молодцы, хорошо, так красиво. Приняли решение о необходимости проведения ямочного ремонта на территории вдоль дома номер 4. А управляющей компании нужно будет восстановить ступеньки одного из подъездов дома номер 6. Сломалась крышка песочницы на детской площадке у второго дома. Ее тоже отремонтируют.